Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас английский сервер, и не знаю, ввели новую. Я первый раз, честно говоря, вижу эту акцию. Возможно, она здесь была раньше, но я сомневаюсь. Вот такая вот акция. Shopping Spree называется. И здесь офигенные подарки за покупку самоцветов. Я уже некоторые позабирал. Вот есть обновление, как видите, каждый раз, каждые 2 часа обновление идет магазина, и можно купить. Вот смотрите, 16 осколков, точнее 50 осколков огника, ребят, 50 за один шанс, то есть за 3000 самов. Как видите, вот просто жесть, по 20 осколков, то есть можно огника собрать за 4 клика за большой пак. Вы собираете здесь огника. Что так, что так. Куча. Вот четвертые эмблемки уже позабирали. В общем, куча всего. Получаете вы, в принципе, это все вдогоночку. К вашему, не знаю, на русском вряд ли такое будет. Это реально очень жестко. На русском, скорее всего, запихнут какую-то сюда фигню. Ну, а на английском это просто жесть. Вот эта акция меня вообще порадовала. Я уже забрал камешки отсюда. Ну вот как-то, ребят, так вот. Уже 14, видите, здесь у меня что-то оно как обычно лагает. 14 штук, здесь кнопочка где-то обновить, но оно так не обновляет. Ну, в общем, сама суть, покупаете. Сейчас покажу вам правила акции, или я даже не смогу вам их показать, потому что оно глючит. За каждых 3000 купленных самоцветов, включая бонусные, то есть по сути за большой пак вы получаете 5 попыток. Из этого вы можете каждую попытку купить определенную плюшку. Что отсюда офигенно, в принципе, брать? Это Некрос, Ледокрыл, если у вас нету, ну, Ледяной Феникс и Огник. Все остальное расходники, которых здесь валом, в принципе. Ну, это на английском сервере, такое же на Аэсе. В общем, ребят, такая вот акция. Я уже позабирал часть, и сейчас часть еще позабираю. У нас сегодня также есть хрустальный сундучок. Вот такой вот. И, соответственно, есть такой вот пиратик интересный, с которого можно собрать мешочки с огником. Первая, правда, стрелка и рунки. Ну что, поехали попробуем потрешивать. Думал устроить роллинг. Ну, в принципе, мне роллинг не нужен. Поехали посмотрим, какой шанс. И потом заберем хрустальный. Так, let's go. Сразу же пятая коробка упала. Неплохо. Ну, смотрите, как падают итемы. Ну, честно говоря, покруче, чем на русском, однозначно. Так, у меня уже фуловый сундук. Все как обычно, очень весело. У меня книги в перелимите, надо будет какую-то акцию сыграть. Поэтому немножко дольше придется нам помучиться. По сути, каждые 2500 самоцветом нам придется выходить. А нет, 3600 забирать награды. Неплохо, неплохо падает. Первый заходик какой-то более удачный был. Вот такая вот, опять пятый сундучок у нас упал. Что я могу вам, ребят, сказать? Вот так вот, такой вот трешечок у нас здесь на английском сервере. Честно скажу, меня улыбнула эта акция. Просто топовая. Вдогонку с рынком. Стрелка вытащили, вот так вот. Как видите, здесь падает намного ярче, чем на русском сервере. Просто жесть. По сути, нам только камень не упал, если не ошибаюсь. А, и сумку мы не вытащили еще. Седьмая эмблемка. Просто жесть. Да, на русском только мечтать о таких наградах. Такс. Там у меня в перелимит уже уходит кулаки. А, сумочки.
Блин, придется пооткрывать немножко. Да уж, сейчас докачаем наконец-то. Ворожая решил первым ворожая качать из-за того, что там атака увеличивается, соответственно, будет отхил, по идее, намного лучше. Ну, посмотрим. Хотел и огника, ну, не знаю, следующим либо огника, либо фраю вкачаю, тоже на максималку. Так, закрыли. Да, вот это, конечно, они порадовали. Если бы, конечно, так можно было и на русском собрать за пак огника, было бы очень круто. Ну, нифига себе, 4 сундука. Офигенный, офигенный пират, я вам скажу. Мне он уже нравится. Офигеть. Нормально я так сундучков отсюда поднял. Это, наверное, чисто свезло. Не, сундуки, смотрите, сыпят полным ходом. Офигеть. Круто. Так, ну что, давайте сейчас еще немножко сыграем и будем забирать хрустальный, смотреть. Вот, есть и камешек даже вытащили, но сумку только не вытащили. Так, окей, отлично, переходим. Да, как видите, движемся к 620К. Это был твинк, теперь наша основа. Не знаю, это печально или не печально, иметь такого твинка. На китайке у нас тоже, в принципе, твинк намного круче, чем здесь. Не чем здесь, а чем основа, точнее, чем здесь, конечно, он не круче, но скоро тоже будет около 600К на нем. Хотя, в принципе, я не особо стараюсь его качать, потому что, ну, смысла нет. Там мертвый сервер, здесь хоть более интересный. Так, сейчас я заберу плюшки и вернусь обратно. Ну, не знаю, меня радует такой пират. Честно говоря, блин, по плюшкам, по сундукам пятым. Пятые сундуки просто топовые для прокачки новой локации. Ну, для прокачки героев. Поэтому это реально радует. Блин, как все долго. Даже нам не хватает немножко на последнюю, сейчас добьем. Такс. Да, немножко так. Ну, поехали, три заходика сделаем на пирата еще. На такого пирата можно потратить. Так, раз. Вас. Ну, сундуки, блин, просто сыпят. Отлично. Мне это нравится. По сути, 120К, 100 попыток можно вытащить нормально сундуков. Посмотрите, какие там и падают. На русском только об этом мечтать, я вам скажу. Так, это мы 5.
6000. Еще надо 3 заходика хотя бы. Даже 2. Ну, 3 надо сделать. Так, еще. Блин, офигеть. Радует, конечно, такой пират. 100 самов. Ну, давайте наймем кого-то. И так вот нам падает триантик. Так, окей, отлично, побежали. Сейчас я уже дособираю и уже пойдем в акцию. В общем, как видите, дается там где-то около 20 попыток на огника. То есть, по сути, за большой пак можно собрать, получить огника и так дособирать недостающими осколками. Как по мне, это реально очень круто. Так, отлично. Забрать. Все, забрали мы последнюю награду. Вот такой вот у нас был кристалл кристальный. Сейчас он пропадет. Все, пропал. Так, ну что, поехали. Самое интересное. Так, где-то акция. Сейчас посмотрим, кстати, как быстро разбирают здесь в этой акции. Блин, вот это мне надо все-таки переустановить. Вот она. 20 попыточек, как видите, есть. Смотрите, как здесь огника разгребают просто. Офигеть. Так, что тут интересное? Ну и Лита Феникса тоже разгребают по чуть-чуть. Ну, круто. Так, ну а мы заберем свое. Мне самое важное вот эти вот. Сейчас пойдем докачаем. Давайте посмотрим, что там у меня вообще творится по кристаллам. Это тупит. Так, забрали, поехали. Посмотрим на моего ворожея. Такс, ворожей. Ну, в принципе, нет, наверное, не хватит. Надо будет сейчас все-таки оттуда дособирать дальше. А может и хватит. Не, вряд ли хватит. Сейчас посмотрим. Так, 18-й. Да, надо будет все-таки сейчас дособирать. Ну, как видите, дальше ресурсов надо нормально на прокачку. Ну, на английском сервере это не проблема. Так, отлично. 19-й и последний, сейчас 20-й мы уже. По 29 них это радует. Так, идем сюда. В общем, ребят, такая вот акция. Пишите, что вы думаете. Ну, как по мне, она очень крутая, конечно же. Обратно она для донатов. Смотрите, по 20 можно даже огника дособирать. Ну, то есть можно панчбокса. Все, что вам надо, вы можете отсюда получить. Это реально очень круто. Ну, очень быстро разгребают. Ну, мне, в принципе, рунки не особо нужны уже. Я их и так получаю параллельно, поэтому отсюда заморачиваться. А вот камешки надо. Камешков, как видите, очень много для прокачки. Немерено просто. Как красных, так и таких. Ну, крутая акция, крутая. Красавчики. На русском бы такую когда-то. А, так. Окей, с этим мы разобрались. Поехали его докачаем.
850. Ну, теперь должно хватить по-любому уже. Блин, дофига, конечно, ресурсов уходит на прокачку. На двадцаточку. Но это будет первая двадцатка. И дальше уже буду следующего героя, скорее всего, огника качать. Так, 175. Все, максималочка. Вот такой вот он у нас. Хотите увидеть, пишите в комментах. Ну, параметры просто, блин, жесткие. Где тут он у меня здесь на дефе стоит? В общем, вот так вот, ребят. Плюс 500 тысяч. Попробую убей. И он еще рождаться будет. Очень, очень жестко. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, пишите, что вы думаете по поводу этой акции. Всем удачи, всем пока.